Так. Ай, давай что-нибудь неудобное. Давай я вот так сожму, так, потому что мне левую больно. Руку, левую руку сжала в кулак и немножко. Да, вот так вот. И немножко наружу запястье развернула. Угу. Лангина уже лечить начинает. Только сядет, уже лечить только, начинает. Там в доли секунды начинается лечение. Что у вас? У меня вот эта вот рука, было ощущение, что вот здесь усиливает дисфункцию. И затылочную кость вверх, височную область. А я, честно говоря, когда села, потом почему-то отвлеклась, забыла, что она что-то напрягает. И у меня, то есть я на это не обращала внимания. И у меня получилось общее такое вот вовнутрь сваливание, некоторое напряжение чуть вверх. Ну, да, у меня было ощущение, что вот от из петушиного гребня прям туда тянется, короче. Давай, вот смотри, хорошая тема, мне кажется, была то, что ты забыла, что я напрягаю. Да, возможно, да. Давай что-нибудь другое. Чешу, мне болит, чё. Давай. Правая была более плоская и как бы притянута к левой стороне. Сейчас я тоже сначала забыла про ногу, потом сделала, потом посмотрела, думаю, почему правая сторона так. Смотрю, у нее нога правая. Ну, правая нога и правая височная кость, вот этот сайбендинг как раз. У вас куда сайбендинг? Вправо падал или влево? Сайбендинг это здесь много, а здесь мало. Он справа было справа мало. Справа было мало, и он падал влево. Влево. Да. Ага. И паттерн был у нее этот, еще и в, ну, скажем, в области диафрагмы, в области живота. Угу. Ну давай, где у тебя больно, сунь туда палец. Или что? Палец что-нибудь, где мне больно. Где? Мне везде больно. Ну, даже везде. Мне может, даже уже не тыкать не надо, мне везде больно. Весь вот надо заниматься. Я когда наоборот руку кладу, мне легче. Давай я сейчас в плечо выйду. Вера Ильина.